Здравствуйте. Ну вот он, красавец, по прозвищу УАЗик. Ну, сейчас хотел записать кое-что, но тачка едет, ладно. Блин, ну морда очень грязная, надо будет его полоснуть. Короче, перед тем, как нормальный обзор запишу, я буду его все равно мыть, потому что очень грязная мордашка. Блин, так надеялся. Вот он, собственной персоной. Погода, сами видите, шикардос. Вот это вот зима открылась незаметно. Делал, да, тест-драйв на этой штуке. Теперь уже 2000 километров накатал. Хочу записать, еще прокатаю примерно штуку на этом автомобиле. Тогда, я думаю, мне будет, что вам рассказать и показать, разумеется. А пока ждем. На днях, так как на днях, через день, каждый день, да через день, будем потихоньку показывать, чем я занимался летом 23-го года. Так. Надеюсь, на днях еще больше снега выпадет, чтобы записывать обзорчик вот с таким красивым пейзажем. Я реально хочу записать обзор, чтобы еще снег лежал. Я надеюсь, у меня это получится. План есть, будем ждать. И если погода будет с нами заодно, то будет зимний обзор автомобиля. Полный привод, полный охотник. Ладно, продолжаем следующий.